Добрый день всем. Вот только что на YouTube видео появился. Вот спасибо первому вот, наш блогер Рустам Рахманов. Говорит хорошие вещи. У нас тоже вот нет деньги платить патент. Работы нету, везде карантин. За это нет деньги платить патент. У меня на патент денег вообще нет. Нет денег на патент. Только у меня Нет денег. Кирип обуна бўлиб қўйди. Жуда ҳам кўп саволлар келяпти. Патент масаласи нима бўлди? Ҳозир мана каникулди, 30-апрелгача каникул берилди Россияда. Владимир Владимирович Путин чиқиб каникул деди. Продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Aynan bunda inostranetslar, masalan, O'zbekiston fuqarolari, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston fuqarolari nima qilish kerak? Patent atmen bo'ladimi, yo'qmi? Hozircha shu aynan karantin payti. Yoki charterni reyslar masalasida juda ham ko'p savollar Instagramga berilyapti. Shu savollarga nisbatan hozir aynan video tayyorladik. Ushbu videorolikka do'stlar лайкты босыңдар, қолдан келгенше кеңірек тарқатыңдар ва өзіңіздің достарыңызға şu поделиться түгмешасын босып поделиться қылыңдар. Демек, бірінші мәселе бұл билет мәселесі, чартерный рейс бар ма, жоқ ма? Чартерный рейстер бұл жасады ма, жоқ ма? Чартерный рейс ақыда достар, шұны айтып өтемін ки, хозырча жоқ, ешқандай пулге ала алмайсыздар. Жүдеген көп фейковый элонлар тарқап кетіпті интернетлерде. Чартерный рейстер сатып алса болады, 6000-ге, 7000-ге, 8000-ге. Деп, жүде ғам көп үрттошларымыз мұражат қылышты маңа, аға қасан бөгәрлігі тұфайлы чартерні рейстіге билет олдым, шына қай қылдым, екі Евросеттен борып олдым, билетті дейші апты. Бұ дөсілі қамасы ялғон, кім сот оған бөсі Евросеттен, екі Свизнойдан, сіла пулиларды, оды қып айтқанда машиныңда көлге беріп көйдейлі. Чүнкі, көпчілік айтады, Евросеттен борып, билетіні оласан, төл оның үші Евросетке қыласан дейді. Мұнаған арсалай оғды, сіла айнан Евросетке борып, сіла кімнедір шоттығы, үші өзіні шоттыны берады, үші өзіні шоттығы пүл өткізасылы, киви кәшілігіні, өкі бошқасыны берек, пүл өткізасылы, сілаға чек берады, көпчілік үші Евросеттен билет олапан деп, үш оңышады, деке асылды ұнайымаз. Демек, Евросеттен билет оғанла, сіла күйіп сіла. Демек, машинникла көліге шүп қолып, машу билет иләге күй асылы. Чартерні рейсілі бөлі аптым, йоғым, қозыр күнді үші аптым, йоғым, йоғы дұсылы. Қозыр күнді чартерні рейсілі үшіме апты. Агар үш саям, билет соту олышке халі имкөнят йоғ. Немаге, бірінші хомладорлар, касаллар, қариялар, билет оғанлар, рөйхаттың үткенлар үшады. Кейінгіні қоған инсонлар. Билетті қайсы ойдан олышымыз мүмкін деген сауылларға. Май ойыны оқырларынан осайлы, бұл мақсатқа муфуқ бөлады. Май ойыны оқырларыға осайлы. Чүнкі май ойығының оқырғатша қалыныма бөлады карантин масаларыда қозырғатша іштіме деумаймыз. Чүнкі қолдан кейгінші майды оқырларыға билет осайлы яқшы бөлады. Кечай күн Владимир Владимирович Путин чықып, бүгін 3-ші апрель, 30-ші апрельгәчі, яна карантин елон қылынып, Россияда іш бөмейдіген бөлді, шығырда, амба жойда предприятиялар, ташкилотлар, заводлар хамасы яна іш тоқтатылды, 30-ші апрельгәчі іш тоқтатылды. Енді іш тоқтатылғаны мұнасабаты білен, осы жүдеген көп үрттошларымыз ішсіз өтірішіпті, яна бір ойге, ішсіз өтірішкенің сабабы, мысал, қозы карантин, жүді көпчілігіміз официальны ішлайымыз, жүді көпчілігіміз бұл зелке кешіланады. Официальны ішлайырге онлаға президент айтшы бөйтші ойлик төланады, ойлигі берілады. Лекін неофициальнымыз, айнан маршу Здейлі ішлеткен инсонлағы қозырчы қиын бөлады, чүнкі бір ойлік іш хаққы берілмейді. Оннан ташқары патент төләш керек, квартира төләш керек, ва қорныңы оқа дейш керек. Демек, біз
коллегаларымыз билан йыгылышып, ошо рус юристтер, блогерлер билан йыгылышып, это мне без денег, нет денег оплачивать патент, уволили с работы, нет денег заплатить за патент, без денег не могу платить за патент. У меня нет денег на патент. И мы будем запускать такой хэштег «Нет денег на патент». Вот он сейчас здесь у вас появится. Акция «Илон Кылдик». Демак, акцияның номы «Нет денег на патент» деп номланады. Патентке, патент төләш үшін пүліміз жоқ. Деген акция «Илон Кылдик». Бу акция нима үшін «Илон Кылынады», достар? Хозыр күнде, мана масалан, яна бір ой ішсіз йоталады. Іш жоқ. Карантин туфайлы. Карантинда квартира төләш керек, патент төләш керек, еп ішті қылыш керек. Демак, агар патентке каникул берілсе, хотя бы 2 ой, 3 ой патент төләмастан, хоз шу карантинлы өті огынчы, кейін бен мало патентті төләп, яна кетсі бөлелады. Хозырчы официально шу элон қылынмады, патент төләшке каникулды официально элон қылынмады. Şu münasabatına aynen şu aksiyanı təşkil qıldik. Aksiya təşkil qıganımızda maqsadımız aynen şu uç oydu içəgə, şu patent kekitədiqon püldü. Heç məsə, yiyiş masallarıdı, öz ilərdə qorniləgə, yox ki, şu kvartirləgə saflasayla bu maqsadqı muvfuq bələdi. Sabab, nəmə buna sabab? Patent tülemeye turuşka sabab. Çünkü hozir o'zingizlar bilasizlar ko'pchilikda ish bo'lmaganligi tufayli har xil преступность bu deganda jinoiy ishlar ko'payishi mumkin. O'zingizlar o'ylab ko'ringlar, masalan, menda ikkita farzandim och o'tirsa, men bularga ishlay desam chiqib, joy ishlashga pulim yo'q, ishlashga joy yo'q, hamma joy karantin, ko'chaga chiqish mumkin emas. O'zbekistonga olib ketay desam, bilet ololmayman, reyslar atmayman bo'lgan, uchib ketib bo'lmaydi. Xullas, bir qator muammolar bor, lekin farzandlarim och bo'lganligi uchun qanaqadir ko'chaga chiqib, qanaqangidir bo'lsa ham, jinoiy ish bilan bo'lsa ham, boshqa shunaqa yo'llar bilan pul topib kelib, baribir farzandlarni boqish masalalarida mana shunaqangi muammolar bo'lishi mumkin. Demak, aytmoqchimanki, jinoiy ishlar ko'payishi mumkin. Shu bilan bir qatorda diniy ekstremizm va terrorizmga oid insonlar mana shunaqangi vaziyatlarda foydalanishi mumkin. Bizni yurtdoshlarimiz ochib qolganda verbovat deydi, verbovka qilish osonroq bo'ladi. Shu munosabat bilan aynan shu aksiyani e'lon qilganligimizni sababi mana shu narsalar. Qo'ldan kelguncha bu aksiyada siz ham ishtirok eting, o'zingizni fikringizni bildirib chiqing. Mana WhatsApp nomerlarim, video yuboringlar. Hozir qo'yib beramiz. Yurtdoshlarimiz bizga video yuborishdi. Aynan video shunday bo'ladiki, aynan mana shu patent to'lashga pulimiz yo'q. Uch oymi ikki oy kanikul berilsa yaxshi bo'lardi degan ma'noda qilingan videolarni sizlarga o'z taqdim etamiz. Demak, o'zingizlarni ham akkauntinglarga, Instagramlarga video qilib qo'ysanglar bo'ladi. Demak, aksiyamizning nomi «Нет денег на патент» deb nomlanadi. Hashtag qo'yib «Нет деньги на патент» deb yozib qo'ysanglar video qilib. Qanchalik ko'p bu SMIda obsujdat bo'lsa, aynan mana shu immigratsion služba FMS'da ko'rib chiqilib, juda ham ko'pchilik masshtabni bu narsani bu muammo borligini ko'rsatib berganimizdan keyin ko'pchilik e'tibor berdi, davlat tomonidan e'tibor beriladi va hisobga inobatga olinadi. O'ylaymanki, shu masalalarda qanaqangidir o'zgarishlar kiritish imkoniyatiga balki ega bo'larmiz. Buning uchun hammamiz birgalikda bu voqeani agressiya bilamiz. Chiroyli qilib tushuntirib, chunki O'rta Osiyo aholisi judayam oq ko'ngil, xushchaqchaq va yaxshi insonlar. Odeq aytganda, shu insonlar hammamiz birgalashib, chiroyli akkuratni qilib, bu narsani tushuntirib bersak, juda ko'pchilik bo'lib, o'ylaymanki, davlat bu narsani inobatga olib, o'zining fikrlarini bildirishadi va
patenti 2-3 oyga ish bo'lsa admin qildi. Admin bo'lmasa ham shu kanikul beriladi 2-3 oyga. 2-3 oyga kanikul berilgan pul ham masalan 10 000-15 000 pul bo'ladi do'stlar. Shu 15 000 pulni sizlar hozirgi karantin paytida aynan o'zingizlarning qorningizga va kvartiralarga ishlatib tursanglar bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuning uchun do'stlar hammalarni yig'ilishib mana shu aksiyaga taklif qilaman va bizda insonlar mana shu bizni hamyurtlar yuborgan videoroliklarni hozir ko'ringlar. Va yana bizga yuboringlar. Qanaqangidir muammolar bo'lsa video qilib tashlanglar, hal qilishga harakat qilamiz. Qo'ldan kelguncha do'stlar. Yana bir marta aytaman, kuch birlikda hammaga omad. Hammadan reaksiya kutib qolamiz. Rahmat, sizlar bilan Rahmon Rustam edi. Endi esa video roliklar ko'ramiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Omad sizlarni hech qachon tark etmasin, hech qachon kasal bo'lmanglar. Koronavirusdan eng yaxshi saqlanadigan yo'l bu faqatgina video o'tiringlar. Do'stlar, biz zamonaviy video o'tirib, biz ham onlayn translyatsiyalar qilib, qo'ldan kelguncha sizlar qo'llab-quvvatlanglar, layk bosinglar, biz ko'proq sizlarga informatsiya berishga harakat qilamiz. Omadlarni bersin. Gazlobos o'zbegim. Здравствуйте. Я гражданин Узбекистана. В данный момент проживаю в Санкт-Петербурге. В связи с коронавирусом мы сидим дома. Самоизоляция. Как нам далее быть? Нет работы, нет денег. И как платить нам патент? Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Иргашев Хуршид Абдулакимович. Я работал в Москве. А сейчас в Москве работы нету, а мне не с чем платить патент. А у меня денег нету. Как платить патент? Я Амирова Лола Ухтамовна. У меня нет денег на патент. Я Исмаилова Мадина Насреддиновна. У меня нету денег, платит патент. Я Тажанова Гульноза. Патент, деньги нету. Надо чек платить. И продление надо. Уже у меня скоро патент, срок закончится. Как будет? Дома сидим. Я Ачилова Мафтуна Мухидиновна. У меня нет денег на патент. Ассаламу алейкум, мен Саидов Куршит, у меня нет денег на патент. Нет деньги платить патент. Нет деньги на патент. Я Хайдарова Жумагур, нет денег на патент. Всем ассаламу алейкум, дорогие друзья. У нас вообще беда, на улице никого нету. У меня на патенту денег вообще нету. Только у меня регистрация вот завтра заканчивается. Что делать, я не знаю. Даже на хлеб денег нету, если честно. Вот у нас на улице никого нету. Я Ахмедов Санжар. Нет денег на патент. Здравствуйте, меня зовут Милиев Самарадан Тошмурадович. На патент нет деньги. Я Юлдаш Равшан. Вот заканчивается срок патента. Надо платить. Денег нету на патент платить. Что делать? Я Мадумар Рахмаджон. Нет патент на деньги. Что надо делать? Рустам Ака, что-нибудь делает, пожалуйста. Я из Узбекистана. Здравствуйте, меня зовут Турсунов Азимджан. На патент деньги нету. Вот мы, гражданин Узбекистана, Кадиров Ильбек, Кадирова Малахат, мой муж и жена. Вот у нас сейчас нету работы, а мы не можем платить на патент. Мы сидим сейчас в общежитии, даже в общежитии платить ничего у нас. Они тоже деньги требуют, не знают, чего делать, поэтому... Помогите. Помогите, вот отправляем, поэтому вот видео вам, ролик. Я Умар Ислам, нет деньги на патент. Я Жураев Шерзот, нет деньги на патент. У меня зовут Иргашев Даврон, нет у меня для патента оплатить деньги. Здравствуйте, меня зовут Бабажан Раджапов. Я сейчас без работы, сижу дома. У меня нет денег на патента. Привет, я Умаров Нодырбек, на патентом деньги нету. Я Жураев Сухров, нет деньги на патент. Салам алейкум всем братья, всем мигрантам. Карантин, сидим дома, работы нету. Нет денег на патент. Я Эшкул Джахангир, нет деньги
на патентом. Спасибо. Здравствуйте. У меня нету денег на патенту. Здравствуйте. Меня зовут Пайхумзода Рустам. У меня сейчас нету денег на патент. Меня зовут Мухаммад Али Эрматов Абдурахманович. Деньги нету на патенту. Я Хударган Жамшидбек, гражданин Узбекистана. Сейчас во время карантина нет работы, нет денег. Нет денег на патент. Здравствуйте, у меня гражданство Узбекистана, я патент получил. 26 числа надо патент оплатить. Кому можно обращаться? Сейчас у меня работы нету. Assalomu alaykum, qadrdonlar, yaxshimisiz, so'mislarmi, sohirli yurtdagilar, men Novosibirsk shahrida Altaysk kraydagi yashayman, bitta o'zim, hech kim yo'q. Patentga pul to'lash iloji bo'lmadi, ish ham yo'q. Shuning uchun patentni bir ikki oy joyiga cho'zdirib tussani yaxshi bo'lardi. Hammaniga rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Safardagina hammamiz duodamiz inshaalloh. U koronavirus iloji boricha Xudo xolisi tez kunlarda yo'qib ketsin. Здравствуйте. Для патента у нас денег нету, не работаем. Что нам делать? Скажите, пожалуйста. Деньги нет. На патент. Деньги нет на патент. Деньги нет на патент. Вообще нет денег у меня. Деньги нет на патента. Деньги нету патент. Здравствуйте, меня зовут Амонов Абдул-Азиз. Я гражданин Таджикистана. В данный момент оплата патента нету деньги. Что нам сделать?